Давайте с третьего класса начнем. Номера вызова пожарные. 112. Парт нет, а в остальном все как на учебном занятии. Каверзные вопросы, проверка знаний, объяснение непонятных терминов. В роли учителя на этом уроке сотрудник МЧС. Большой плюс, можно потрогать разные интересные штуки. Ну, дайте подержать. Такие уроки противопожарной безопасности стали уже традиционными и проводятся во всех школах Ленинского городского округа на протяжении учебного года. На них с ребятами еще раз проговариваются основные правила поведения при пожаре. Главное, то, что я понял, что нельзя паниковать в этом случае. И самое первое, что надо сделать, надо позвонить пожарным. И сообщить о пожаре. Надо сразу вызывать пожарных, не паниковать. Самое первое, это нужно позвонить 112, 01 или 101. Сотрудники МЧС также отмечают, что дети даже начальных классов очень хорошо информированы о правилах обращения с огнем и поведения при пожаре. Такие уроки с ними проводятся в рамках учебного процесса. Бывает, задаешь вопрос там родителям, а рядом дети стоят, номера вызова пожарной охраны. Родители теряются, не знают, а дети знают. Поэтому мы видим, что такая работа по профилактике пожарной безопасности, по недопущению детской шалости с огнем, она постоянно ведется в образовательных учреждениях. Помимо изучения и повторения важных правил, на подобных уроках ребята знакомятся с работой пожарных, узнают некоторые интересные факты об их службе и оборудовании, с которым они работают. Больше всего понравилась штука, из которой вода вот так вот нажимаешь, и из нее вода льется. Ну, мне больше всего понравился огнетушитель, потому что он как бы, я думала сначала, что он пеной только бывает, а он, оказывается, еще такой еще бывает. Да, вот это. Да. Мне тоже понравился огнетушитель, я тоже думала, что там пена, ну, потому что в мультиках всегда, там, когда тушат, пена, а здесь была вода. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.